Всем привет! И это небольшой вложик наш вечер с реборном Асей. Асечка у меня сейчас лежит. Одета она у меня вот в такую повязочку, в платьишко, в носочки и вот в такие вот новые туфельки. Нам купила бабушка. Сегодня 14 февраля. И вот такая вот зайка праздничная у меня. Сейчас она у меня тут лежит, играется с игрушечками. Вот такие вот я ей дала игрушечки, она играется. А я сейчас буду заниматься своими делами, а именно ОГЭ математика. Сегодня у нас вторник, завтра среда. Из-за своего состояния завтра, скорее всего, тоже в школу не пойду. А вот в четверг мне уже надо идти в школу, потому что у нас уже первый пробник, и его мне никак нельзя пропустить. В каком бы я состоянии ни была. Вот, сейчас буду прорешивать вариантики. Вот, тренироваться, готовиться. Вернусь уже, когда что-то тут буду решать. Что-то там, Аська у нас там и... Короче, вот. Ребята, я тут делаю математику. Это просто трэш. Но пока все у меня вроде получается. Я делаю первую часть. И вот так вот. Сейчас нужно еще вот это задание. Эти. И эти. Вторую часть я не буду сейчас делать, только первую. Вы только посмотрите на эту булочку сладкую. Иди скорее сюда. Давай смотреть, что я тебе там купила. В общем, ходила я сейчас с мамой в магазин. Купила я конфет вот таких вот. Хит-микс. Очень прикольные конфетки. Вот. Потом купила опять две пюрешки, такую же Дары Кубани. Груша и яблочко. Вот. Так. Потом детское печенье купила с кальцием. Очень нам нравится оно. И купила спирт. Еще я купила там булочки, йогурты, но это уже все в холодильниках. Вот такая вот зайка. Сейчас я ее уже буду переодевать и готовить ко сну, кормить там. Все такое. Так, ребятушечки. Вот мы пришли с Асей. Так, у меня голос немножко опять осел. В общем, сейчас я буду переодевать Асюшу уже. Так, укладываю ее. Сейчас будем выбирать ей одежду. Да, у нас тут опять носки уже. В общем-то, я думаю ей одеть... Хочу одеть вот этот бодик. Вот этот. И, наверное, я ей одену вот эту шапочку. Да. И носочки оставлю розовые, в которых она сейчас одета. Поэтому сейчас мы Асечку будем вот в это переодевать. Вот такая вот зайка у нас получилась, вот такие вот носочки. Бодик и шапочка. Сейчас я буду кормить зайку. Вот. И мы почитаем какую-то книжечку и будем укладываться спать. Кстати, я не очень помню, показывала ли я вам. У нас вот такие вот новые туфельки приехали. Нам опять их купила моя мама. А Ася бабушка. Вот. Она нас прям одевает красиво так. Вот. Такая вот зайка. Я уже сложила вещи. Беру поильник. Вот такой. Также беру тарелочку. Вот такую вот с жирафиком поильничек. Какую пюрешку мы будем кушать? Наверное, будем кушать яблочко. Вот. Для начала в поильничек я налью водички простой, потому что у нас пюрешка будет так кисленькая, чтобы малышке было хорошо, налью водичку. Вот я одела малышке слюнявчик.
сейчас буду выливать пюрешечку в тарелочку. Мы будем сегодня в этот раз вот так кушать. Не знаю, решила разнообразить питание. Будем кушать теперь так пюрешку. Вот. Вот такая вот у нас, значит, пюрешка получилась. Кстати, вот я приготовила паильничек с водичкой простой. И сейчас мы будем кушать. Так, набираю пюрешечку. Давай, Зенька. Пюрешка у нас жидкая. Оп, сейчас кушала. Зайка у меня скушала всю пюрешку. Сейчас я дам ей попить. Потому что пюрешка реально кислая. Пить хочется. Так, вот зайка все выпила практически. Так. Мы вот так вот испачкались. Сейчас снимаем слюнявчик. Оп, салфеточка. И протираем ротик. Оп-оп. Ой, зайка какая же. Какая зайка. Оп. Все. Вот это все сейчас отнесу. Водичку тоже. Единственное, что я сейчас дам малышке, это я, наверное, дам ей печеньки и включу мультик. Сама пойду мыть вот это все. Тут у меня математика, не смотрите. Вот. Ребятки, я посадила Асю. Накрыла ей ножки пледиком, вот, открыла ей печеньки. И сейчас какой-то у нас мультик на карусели, но я ей переключу на канал О, будет смотреть какой-то вот развивающий мультик. Такая вот зайка, пусть смотрит. В общем, ребята, Ася у меня уже тут поела печеньки, уже меньших. Вот эти вообще обожаем печеньки, прям мне самой они, если честно, даже нравятся. Давай, Сюш, кушай. Так, ну, Ася докушала. Так, печеньки убираю. И мы сейчас с Асей пойдем чистить зубки, умываться. И все, мультики мы насмотрелись, надо уже укладываться спать, зайчики. Берем нашу щеточку, наконец-то мы ее сейчас будем использовать. Сейчас как раз от печенек, которые там остались у нас во рту, мы их почистим зубки, да? У нас еще немного зубок, но все же. Зубки полезно чистить всегда. Да, зайка? Где ты там? Вылези из-под руки. Привет, привет. Пойдем. Мы уже пришли в туалет, сейчас будем чистить зубки. Ой. Так, для начала мы откроем щеточку. Ребятки, только так. Ну, ладно. Вот, мы закатали рукавчик. И сейчас будем чистить. Sleepless nights, and I'm falling in.
Так, все, ребятки, очечку у меня вот тут вот умылась. Кидала мне тут на кровати игрушек. Так, Асюнь, ты с кем спишь? Выбирай. Скорее всего, она будет спать с зайчиком. Вот эти убираем. Сейчас включу для вас освещение. У нас вот такое вот тут освещение. Так. Гусь, Лёнечка наш. Он лежит всегда около стеночки. Так. Умылый зайка. Все хорошо? Давай бодик обратно. Смотрите, что мы сделали. Мы немного намочили. Запияки, запияки. Давай, ложись. Вот тут лежит у меня всегда Асечка на игрушечку. Сегодня она с игрушечкой. Обычно без. Вот. Вот так она у меня спит. А бывает наоборот. Я в том смысле, что у меня бывает наоборот, Ася уходит к стенке, гусь поближе. И у нас типа это такое расстояние. Но пока что пусть засыпает так. Вот такая вот солнышко. Сейчас я, возможно, ей почитаю какую-нибудь сказочку, если уже не будет засыпать. Ну, так сейчас постараюсь. Думаю, сама заснет. Она у меня хорошая девочка. В общем, всем желаем спокойной ночи. Вложек маленький, но надеюсь, вам они нравятся. Всем спасибо, всем пока. Скоро заснимем прогулочку.